Так, а куда Лина опять делась? Здравствуйте! Мы на канале Лина ТВ опять! У нас просто видео закончилось, вот нечаянно. Я сейчас вам... Вот павлина дорисовываете, сразу эту часть переключайте, вот сразу, я вам говорю. Кстати, мое видео на канале я выложила, как я пою эту музыку. Посмотрите обязательно это видео, поставьте за него лайк. Прям я пою. Если наберется за крутой клип Лины 5 лайков таких, я обещаю вам, знаете что снять? Я вам обещаю снять очень интересный ролик про собственную книжку «Шиногенри» или «Летнее чудо». Обещаю, обещаю, обещаю. Может, даже если не запишу, все равно один поставлю. 4 лайка. И все. Я все. Где там? Мы найдем, пока голубой уже вторая музыка заиграет, это секрет. Ну все, отгадка будет прийти к концу. Сейчас это закончится. Отгадка придет к концу. Я в конце еще обещаю вопросы вам задать под музыку будет. Танец под ним. Думаю, что все так. А может и не так, не знаю. Да потом посмотрим, сколько просмотров. А если накопится там, знаете сколько? Если там 20 просмотров, то я сниму видео, как я рассказываю, что 20 просмотров, обещаю. А сейчас у нас будет танец. Смотрите на павлина. Сколько времени идет? Там оно 3 минуты. Мне даже было такое... Смотрите, концерт голубей, там тоже повезло у голубя, а учителя там голуби даже тоже пели. Сейчас, как я вам обещала, кое-что сказать. Ребят,
комментарии. И не забудьте нажать колокольчик и подписаться на канал Лина ТВ.